разносторонний, разноплановый подход к творчеству у всех участников. Кто-то на гитаре, кто-то на флешке. Вот. Есть стихи, они совершенно разных калибров, абсолютно. То есть у творчества, ну, границ, на мой взгляд, быть не должно. Потому что иначе это птичка в клетке. Хорошо, давайте продолжать. И я хочу на сцену сейчас пригласить следующего участника. Я его обычно приглашаю в стихах, ну, в рифмозарисовках, назовем это так, потому что я стихи не пишу, я пишу рифмозарисовки. Сейчас попробую не сбиться, я очень давно его не приглашал в этой рифмозарисовке. Называется «Кумир всех поколений». Кто-то из вас уже знает. Есть зависимость в миру у кого-то к водке. Кто-то курит беломор, травкой зарядив. У кого-то на уме сладкие красотки. Ну а кто-то в проферанс ловит позитив. Некто учит наизусть творчество поэтов и взахлеб читает их в разных кабаках. Я же вам скажу, друзья, строго по секрету, что давно я утонул в Лениных стихах. Просыпаюсь на заре вместе с петухами. Жду, чтоб беленький черкнул пару модных строк. Убиваюсь, как дурак, я его стихами. Дай автограф, Леонид, и не будь жесток. Мне стихи бы написать, да не вышел рожей. Как же хочется хлебнуть творчество нектар, чтоб на беленького быть хоть чуть-чуть похожим. И молю я небеса этот божий дар. Но куда мне до него, мелкому мышонку? Он союзов разных член, с музами на «ты». Ну а я влачу свою жалкую мошонку и таскаю на концерт для него цветы. От меня ушла жена, потому что дура. Ей убогой не понять логику творца. Для меня милей всего мать-литература и могучая строка Лени подлеца. Был бы сейчас Есенин жив или Пушкин Саша, то сказали б, Леонид, будь нам друг и брат. Все поэты пишут хрень, но их всех в парашу. Только твой простой язык рифмами богат. В нашем гении в цеху для тебя есть место. За браваду и за слог, за лихую прыть. Ты же слеплен, как и мы, из того же теста. Ну и мовшица с собой можешь захватить. Леонид Беленький! Добрый вечер, друзья. Ну вот такой же шуточный ответ Грише. Люмбин ездит на метро, а король в карете. Кто-то ездит на осле, кто-то на коне. Мне же Гришины стихи всех милей на свете, когда Гриша мопшиц их пишет обо мне. От меня ушла жена, потому что к Грише. Ну и хрен бы с ней, с женой, тоже мне скандал. Все друзья ушли к нему, и с домом мыши. Дети тоже от него я вчера узнал. Я пишу свои стихи, а зачем, не знаю. Кроме Гриши их никто не читает, вот. Он там правит что-то в них, что-то добавляет и под именем своим где-то издает. У меня машины нет, потому что нету. И квартиры тоже нет, ну, потому что нет. А издатель Гриши шлет звонкую монету, а я еле накопил на велосипед. Я завидую ему, он меня моложе. Хвост пушистый, ну и в штанах, если не собрал. Все стоят к нему толпой. Дай автограф, мовшиц! Я хотел автограф взять, он меня послал. Я хочу сейчас издать жалкую книжонку. Только где мне взять стихи? Мовшиц все забрал. Ведь у мовшица машина. А у меня машинка, так что сразу ясно всем, кто здесь правит бал. Я для теста взял муки, для начинки — вишни. Мы из теста одного, так сказал поэт. Я слепил большой пирог, думая о Грише. Что слепилось, не скажу, будет наш секрет. Спасибо. Я тут написал несколько каких-то коротышей, которые еще даже не выкладывал. Вот, я их сейчас прочитаю.
оставлю в этом мире злом, уйдя от передоза стильно. Прах, крест на кладбище глухом и два немецких порнофильма. Мотоляне. Буду рад, объявление разместил. Буду рад влюбиться пылко в юную геронтофилку. Подпись в старый педофил. Все фото, где вдвоем обнажены, он скрыть от любопытных глаз старался. Пасть не боялся от руки жены, а от рук любовниц умереть боялся. Звоня по телефону даме, чтобы соблазнить ее на это, спроси задумчиво, но прямо. А ты во что сейчас раздета? Ладно, почитаю несколько стишков. А музу, наверное, в конце, да, Гриш? Потерять бы тебя, как от старой работы ключи. Поменять эту улицу, город, начать в новом месте. Я тебя не люблю совершенно. Кричи, не кричи, но проклятая сила бессмысленно держит нас вместе. Я купил книгу ядов, хочу научиться стрелять. Я хожу к психиатру, и скоро он сам станет психом. Но ты каждое утро во мне прорастаешь опять то терновым кустом, то колючей злой облепихой. Я, наверное, слеп, а слепому очки ни к чему. Слуховой аппарат для глухого, как труп у припарка, но я медлю и медлю со ставкою «Жизнь на кону». Впрочем, жизнь ли? Избавь меня, Бог, от такого подарка. Так доколе терпеть? Накатив в сотый раз сотню грамм, я спрошу в сотый раз, не дождавшись ответа, и со стаей грачей упорхаю на юг, к ебеням. Там зимой тепло, в ебенях, и тебя, сука, нет. Я вот думаю, чего почитать. Спасибо, друзья, чтобы было... Твои фото ВКонтакте из серии «Я бы вдул». Аватарка твоя мне кричит, убегай, дурак. Ты на сцене стоишь, а я в 22-м ряду. Да при чем здесь ряды, от себя убежать никак. Ты такая, как из Голливуда кинозвезда. Или просто звезда, прилетевшая к нам с небес. Ты стоишь в красном платье, как символ того, что да. Только да, это сказано залу на 300 мест. У тебя декольте, красота, ухажеров, брать. У меня седина, морщины и грусть тоской. Ты такая, 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 что твою мать. Я тебя удалил из друзей и ушел в запой. А совсем свеженькая, даже сегодняшняя. Я бы выпил на брудершафт сам с собою, да вот не хочется. Под дождями Руси ландшафт так способствует одиночеству. Разговариваю с собой, обсуждаю проблемы осени, одиночество, как любовь к самому себе, самого себя. И в сравнении с ним острог, не острог, а по сути мелочи. У кого с собой диалог, тем и спорить-то, в общем, не о чем. Не поссориться, не набить самому себе морду гордую, и теряется жизни нить в лабиринтах чужого города. Я записываю в блокнот сновидения и видения, только вот уж который год, в нем нет записей, к сожалению. И на древе моих проблем раньше зависть была, теперь листва. Вырезаю себе тотем, я из спиленной пальмы первенства. Если были мои грехи, ну, хотя бы для удовольствия, а я с дуру пишу стихи, ожидая прихода осени. Спасибо. Шизофрения. Дама не читала, по-моему. В твоем доме аншлаг, у дверей снова розы и принцы. И портье в сюртуке собирает записки в тюки, чтобы утром сменять их на томик Дюма Монте-Кристо и, загнав полцены, взять в киоске бальзам для тоски. Мне бы тоже бальзам, но записок никто мне не пишет. Подстеречь бы портье и отнять злополучный роман, и уйти, оторвавшись от дворников кодлы, по крышам оттолкнуться от шифера и воспарить к небесам.
живешь где-то там, в поле, кажется, у океана. Или в темном лесу, но в горах все же ближе к луне, чем мой дом, что застыл ниже уровня моря в туманах, закрывающих вид на погост в грязном пыльном окне. Ты не знаешь мой адрес и, видимо, пишешь на старый. Там сейчас живет бомж. Я набрать на квартплату не смог. И он подло поет твои письма весь день на гитаре, что хозяин не дал мне забрать и оставил в залог. А в ночлежке моей поутру удивительно сыро. Но ни снег на шкафах, ни ветра не пугают во мгле отвратительных мух, что застыли на стенах квартиры, в квартире, чтобы крикнули кинуться, падая, почуя, ко мне. Я хожу на почтамт. Я устроился там почтальоном. Так быстрее удастся письмо от тебя получить, я за пляжку с фуражкой отдал, не торгуясь, корону, в ней так зябко зимой заболею, кто будет лечить? Ты вернешься ко мне, и на залитой солнцем террасе развенав ветром волосы по золотистым плечам, ты мне скажешь «люблю» и тихонько заплачешь от счастья. Мне так доктор сказал, ведь нельзя же не верить врачам. Спасибо. Так, вот, о возвышенном Гриша просит, что я почитал. Скажи комментарий. А что же? Комментарий, да. Комментарий? Что, я думал о тебе, когда писал этот стих? Я не помню комментарий. Нет, ну, есть песня Высоцкого, просто муза. Я сейчас взорвусь, как 300 тонн. Тротила во мне заряд нетворческого. Зла меня сегодня муза посетила, посетила, так немного посетила и ушла. Это как идет, как, да, что меня сподвигло на этот стих. Я подливала вина, месяц торчал в окне. Муза была пьяна и улыбалась мне. Полночь пробила ноль, я теребил перо. Кончился алкоголь, муза сняла белье. Ночь проведя со мной и прошептав «Мерси», муза ушла домой. Я заказал такси. Лист на столе белел, словно ее белье. Я от вина болел и вспоминал ее. Гул во дворе затих, муза умчалась прочь. Не написался стих. Хрен с ним, такая ночь. Спасибо, друзья. Есть к этому стихотворению ответное, которое сейчас, наверное, Гриша сам себе и объявит. Сам себе, да. Это комментарий был, он в ВКонтакте есть все, это Лёня написал, меня вдохновил, я сейчас попробую. Последний раз я его читал по бумажке, сейчас попробую, может, он у меня улегся в голове без бумажки. Долго смотрел на лист, рифму ловил за хвост, музу увез таксист. Пьяную на погост. Я пожалел, дурак, что напоил ее и на британский флаг рвал в кружевах белье. Мы провели с ней ночь, но не родился стих, так и не смог помочь дружеский перепих. Месяц веселый про. Сейчас я вспомню. Месяц веселый бро. Гитара отвлекает. Сейчас. Я думаю, быстрее я вспомню, или Лёня найдет ВКонтакте. Месяц веселый бро,